Сегодня, по сути, стартовала кампания по довыборам депутата областной думы по округу номер один. В региональном отделении «Единой России» начался прием документов на участие в предварительном партийном голосовании. Первым на праймерис заявился главный редактор газеты «Новгородские ведомости» Игорь Свинцов. Сам беспартийный, но такой возможностью решил воспользоваться. Это, по словам журналиста, хороший шанс проверить, насколько люди доверяют его позиции. Помимо журналистской работы, Игорь Свинцов занимается общественной деятельностью и активно участвует в работе поисковой экспедиции «Долина». Такой опыт может существенно помочь. Помогает в чем? Я получаю очень много информации от людей. Я вижу эту информацию в взаимосвязи с тем, что происходит в Новгородской области. Естественно, я вижу, чем можно помочь, осуществляя свою деятельность депутатом, можно помочь для развития Новгородской области. Напомним, что кресло депутата областной думы стало свободным после избрания Сергея Бусурина мэром. Избирательный округ номер один – это Батецкий, Солецкий, Шимский и частично Новгородский районы. Подавать свои заявки на участие в предварительном голосовании кандидаты могут до 30 апреля, а уже 26 мая определят победителя. Именно он и сможет рассчитывать на поддержку «Единой России» на выборах в сентябре.